Пресс-конференция перед турниром UFC 196 едва не закончилась дракой, что вполне ожидаемо, потасовка произошла между Конором Макгрегором и Нейтом Диасом. По окончанию конференции бойцы проводили традиционную дуэль взглядов, становясь лицом к лицу друг к другу. И зрительская дуэль Макгрегора и Нейта едва не закончилась самым настоящим поединком. Президент UFC Дана Уайт и охранники едва успели предотвратить драку между спортсменами, чей поединок должен состояться 5 марта в главном событии турнира UFC 196.